знать их, чем вы занимаетесь-то? Это я копал в этом в лагерном огородчике, и там что-то торчит проволока. Я потащил, а это садок был у кого-то, кто-то отломил люку. Вот сейчас надо ее Она хорошая, ну вот такое дело. Рыбу ловить? Ну да, рыбу ловить. Это под землей она была вся. Он хоть хороший, нет, можно его тремя. На саму проволоку. Потом я займусь. Тут видно, что они заходили, были круги. Тут надо думать, как. Ее согнуло, видишь, как? Прижало. Ну да. Игнатий Тихонович, вот вы ехали на рыбалку. Да. А вы вот пришли, а я посмотрел, что-то вы этот, как будто вы, что-то в животе-то у вас. У меня 63 килограмма веса. Ну 63, ну... Ну еще такое, еще не ладно, некрасиво разве это? Ну, не оригинально как-то, красиво, некрасиво. Здесь видишь, как ты думаешь, Володя раскормил арбузом, я стал такой? Не знаю. Ну вы пошли и пришли. А что же у вас там находится? Ну еще что такое? Ну не знаю, есть только рыбы, но рыбы не может быть, я не знаю. А еще что? Можем пощупать рукой. Ну похоже на лук. Давай так договоримся. Вот залазь ко мне сюда. Я, видишь, как подпоясался, ехал мимо. Как залазить? А вот сюда вот, вот. Рукой? Рукой. И вот там еще найдешь, вот сюда с надой будем считать, что со мной сделалось. А вот эту пуговку можно вот расстегнуть? Нет, за это. Все? Нет, правой рукой бери. Ой, Господи, благослови. Ну ладно, я буду подавать тебе. О, ну, яблоки! Да. А так откуда они? Не, вон, не ничего бери. Себе, считаю. Это сюда, пока доик и думаяний не пришел и не отобрал. 3, 6. Красивые яблоки. Это прямо с этого, с дерева. 6, 9. Без брака не получается. 12. Смотри. 15. 18. Как в лото играем. 18. 21. Сумки не было с собой, вот. 24. Ну, какие я? 27. А какой сорт интересный? Хороший, так назовем. 30. О, хороший сорт. 30. 33. Возраст Христа. 36. 39. Вот сумки с собой не было. 42. Как вот носить вот это вот, я не знаю. Вот так, смотри. 45. 48. Вы бы оставили, мы приехали бы, набрали сумки. 51. 51. Да. Вот представь себе. Вот еду, охота взять, потому что... Птицы клюют там. 54. 54. 57. 57. Вот братья идут. Так, сколько будет? Это 60. Романтика великая опять. Это вы так отдыхали? Ага. Ветлу кололи у батюшки. Вот смотри. Пол ведра. Ехал мимо. Там наши яблоки-то. Ну... Вот видишь, как загнило даже взять на. А нету с собой ни сумки, ничего нету. А веревочка есть. Я веревочку взял, вытащил, подпоясался. Тут пояс у меня еще плотнее. Расстегнул. И вот сколько притащил за пазухой. 60. Да. 60 я был. Так, возьмите. По 3. По 3, спасибо, Господи. Бережите. Свежие, хорошие яблоки. Вот как делать надо в деревне. Там в городе что ты будешь делать? Смотри только, как люди ходят, в двери вылазят. Сидят, пересужают, кто с кем спал, узнают все. Ну вот так. А это вот какой-то, как называется, садок. Батюшки, вы выкопали картошку? Где? У кого, батюшки? Да. Во. Да. Я хвастался своей, я приехал, моя вообще мелочь. Так, у него вот такая картошка. А мы тут, когда вот где березки-то там были, садили, так
Я сейчас не знаю, что показать, с чем. Примерно вот такая вот. Вот такая вот толщины. И вот такая вот. Мама приехала сюда, вот так под мышку взяла одну картошку, с этой пошла. Земля плодородная. Молоком и медом течет. Молоком — это корова. А пчелы чужие прилетают, дырку найдут и под дом это улей делают себе. Так, сколько сидите, столько все бери, пожалуйста. Я просто хотел показать. Сегодня у нас 7 сентября 2022 год. Среда. Так, вы после обеда свободны? Так, мы подготавливаемся, кто с нами хочет, тот пойдет. Небольшую там надо прокопать тоннель. Угу. Канал, чтобы вода весной этого места прошла. Я думал, она пойдет, а тут как набралась вода в эту ямку-то, она не выходит, а почти на уровне это, откуда вода потечет. И она мне может многое разбить. Так, время-то сколько у нас? 12. 23 минуты 12. 12. Ну и чем-то займитесь. Отдохните с дороги-то. Ну, поедем. Да сейчас. Сейчас вам дадут знать. Идите с Богом. Хорошо. Так.